Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников с описанием по книге «Великие музеи мира» Ян ван де Капелле. Флот салютует государственному баркасу. 1645-1652 год. Холст масла 187/240. В Голландии, жизнь которой тесно связана с морем, естественно, возник такой тип пейзажа, как марина. То есть картины, отображающие морские виды. Создавал их и Ян ван Капелле, художник, предприниматель и коллекционер произведений искусства. Он изображал море со спокойной, гладкой водой, в которой отражаются громоздящие на небе облака, и кораблями, тихо идущими или стоящими на якоре. В данном случае они салютуют государственным деятелям, пребывающим в баркасе. Действие у живописца обычно происходит на рассвете или вечерней заре, то есть когда краски пейзажа становятся особенно нежными и играют разнообразными оттенками. Мастер передает и тончайшие валеры, окрашивающие сырой морской воздух и ощущение тяжести мокрых парусов. Ван де Капелле изобразил стреляющую пушку и таким образом соединил в произведении воду, огонь, воздух и землю. Ведь судно – это тоже твердь, на ней можно стоять обеими ногами. Композиция строится на сочетании вертикалей мачт, прочерчивающих небо, с низкой линией горизонта, к которому уходит ровная водная гладь. Все на этой работе погружено в точно переданную световоздушную среду, отчего воспринимается единым целым. Но в то же время художник проявил себя как подробный рисовальщик, выписав множество деталей, и резной нос баркаса, и нарядное одеяние плывущих на нем людей, и одежды тех, кто стоит на кораблях ходы, и отражение в воде. Вот такое описание к работе Ян ван де Капелле «Флот салютует государственному баркасу». Описание по книге «Великие музеи мира». До свидания.